Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такие вот печеньки Тук. Оригинальные. Акции. Но не по акции, да. Что-то тут были куплены. Так, вот так они выглядят. И состав. Кому интересен состав, нажмите стоп и прочитайте. Ну, в принципе, я вижу, он здесь небольшой. Так, ну они без всякого вкуса, просто печеньки. Так, и давайте их попробуем. И посмотрим, какие же они у нас внутри на вкус. Опа, смотрите, как они лежат. Интересно. Так, возьмем тарелочку. Честно говоря, я думала, что открою и сюда просто высыплю, как это бывает у меня обычно, но они лежали, смотрите, совершенно по-другому. Не знаю, наверное, в большой компании это очень удобно. Вы так открываете, кладете ее вот так вот на руку и друзьям говорите, ну, берите, кто хочет печеньку. И они так тик-тик-тик-тик и берут, наверное, так удобнее, да, чем когда высыпаешь. Так, давайте сейчас вот так сделаем. Посмотрим сами печеньки. Такие они хрустящие. Здесь даже видно лопнутый пузырик. Кстати, довольно они светленькие, беленькие. Так, что у нас там нарисовано? Ну, здесь они пожелтее, конечно, гораздо. Здесь более белые. Конечно, товар опять отличается. Ну, ладно. Не все любят поджаристое. Ломается легко. Внутри. Внутри, что у нас внутри? Внутри немножко видно, тоненькие. Пахнут таким соленым печеньем, даже, мне кажется, пахнет немножко сыром. Не знаю, или мне так просто кажется. И давайте его попробуем. Они такие ароматные, вкусные, действительно напоминают сыр. Чуть-чуть, ну такой прям чуточку совсем где-то отдаленно. Меру соленые, хрустящие, вкусные такие, знаете, вот хочется еще. Когда их разжевал, мне прям сразу захотелось еще, прям забить рот ими. Нереально, действительно, очень вкусные. Ну не очень, но просто, знаете, такие просто вкусные. Печенье, ну как печенье такие, может быть, напоминают галетные или вот... Хотя сейчас, честно говоря, не особо поймешь, где галетное, где какое. Подписывают разную ерунду. Вот. Ну, это, кстати, вкус. Так, давайте я попробую сейчас целую печеньку. Сейчас я ее так разломаю. Прям легко, смотрите, ломается. Очень такие хрустящие, ароматненькие. Мне кажется, их можно есть как хлебцы. К какому-нибудь там блюду. То есть, ну, и блюдо соленое, и печенье соленое. Будет вкусным, я думаю. Так, пробуем второй раз. На вкус, кстати, печенье необычное. То есть такого вкуса, в принципе, особо не почувствуешь. Может быть, потому что печенье, кажется, что оно сладкое, а здесь соленое. Оно прямо чуточку, вот капельку совсем соленое. То есть, я думаю, если очень много съесть, как пачку чипсов, например, да, начинает болеть язык, то, мне кажется, здесь язык не будет болеть. Либо только если то, что они хрустящие. Ну, вкусные. Я думаю, можно его кушать с каким-нибудь блюдом. Будет оригинально. И для вас это будет необычно и вкусно. Так, вот такой у нас был с вами обзор. Давайте посмотрим вот здесь вот еще. Как они у нас расположены, лежат. Их, кстати, довольно много. То есть, в принципе, на компанию... Если даже каждому по одной печеньке хватит, можете угостить. И она была по акции, конечно, недорого. Рублей 25, наверное. Где-то так. В перекрестке. На сегодня все. Смотрите наши другие обзоры. Обзоры на продукты с фикс-прайса, Светофора, Победы, из других магазинов. Обзоры на технику, влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, развиваемся, занимаемся.
Вот, моему сыночку 3 годика уже. Также на моем канале есть разные эксперименты. Фоны, фоны, фано, фина и так далее. Куча всего. Живопись еще, кстати, есть. Обзор моих картин. Тоже посмотрите, очень интересно. Вот, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, пишите свои отзывы о этих печеньях. Также можете в комментариях написать, на что вы хотите обзор, на какой продукт. Я обязательно рассмотрю ваши предложения, и если они продаются в моем магазине, то я куплю. Потому что были такие заказы, которых нет в наших магазинах. Вот, поэтому посмотрим. Вот, да. Подписывайтесь, да, пишите комментарии, ставьте лайки, жмите на колокольчик, что-то там еще, короче. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока.